Захожу в Майнкрафт, я снимаюсь. Майнкрафт что еще загружает? Это тоже прекрасный денёк. Ай, блин. Кто-то стукнулся. Подождите, что? А это там кто ещё? Так. А ну-то давайте приблизимся. Стоп. Не понял. Это кто ещё там? Так, надо так-то слезть. Но так я слезу, тут вода. А, точно, я же умею плавать. Так, окей. Сейчас нырну. 3, 2, 1. Оба! Ха-ха! Я смог. Я смог, ребята. Ха-ха. Все видели? Да-да-да. Да-да-да. Я очень... Хе-хе. Очень-очень крутой. Я смог это сделать. Я смог. Да. Ха-ха. Ну окей. Я пойду дальше. Ребята, это я, только другой я. Но тот, который сейчас по воде не умел собираться, это я. Но это я другой, а то он это я. То есть он уже появился от первого. Что-то я не понимаю. Подождите там. Но для начала давайте я сейчас сделаю видео. Вот так вот от третьего лица. Спереди. Оба. Блин. Ребят, за это реально нужно лайк поставить. Очень. Очень сильно, ребят. Поставьте лайк. Да-да. Я вас это прошу сделать. А это кто там? Что? Где? Я не понял.
еще кто там? А ну-то кто там у нас? Так, я иду. Кто там у нас стоит, а что-то не понял. Так. Что-то не понял. Кто это там у нас? Он чё, хочет меня увидеть, что ли? Так, а ну-то. Кто там идёт? Ой, у меня 20%. Я хочу увидеть вот этого человека. Я реально его должен увидеть. Ребята, но что-то он хочет меня увидеть. Пожалуй, давайте от него чуть убежим подальше. Это другой я. Представляете, я встретил другого себя. Только из 2021-го, а я из 2022-го. Ну а как он будет завязаться, кстати? Ну, что-то мне так-то сложно забираться. Я, наверное, лучше сломаю землю. Так, ребята, я слышу, что тут землю ломают. Давайте подойдем поближе. Так, ай. Так, давайте подойдем поближе. Так. Там, что он будет делать? Оба. Блин, не, я лучше сюда сломаю тут-то. Дерево. В землю, точнее, да. Чтобы я смог увидеть. Да, там. Отлично. Так, ну, по крайней мере, нужно забраться к нему и узнать, что там у него творится. Я должен увидеть, что он там делает. Этот, тот другой Вова из 2022 года. Блин, ребят, он меня узнал, и он идет сюда. Он реально меня узнал. Да, он уже близко. Давайте от него лучше отойдем. Эх, куда он смотался? А ну-то, иди сюда. Кто это? Мне просто интересно узнать, кто этот хоть другой я из 2022 года. Блин, ну нафиг, я лучше убеду от него. А, блин, я в ловушке. Я не смогу убежать. Ладно, хорошо. Просто подожду тут. Одну минуту. А! Господи,
Почему я упал? Эй, ты! О, блин! О, привет! Эй, привет! А ты чё тут делаешь? Мы так бы с Олей тут проживаем. А тоже кто такой? Я Вова из 2022. А я из 2021. Ты должен уйти из нашей территории. Тата, ну то уходи быстро. А, что сразу я-то? Вот ты и сам уходи. Блин. Слушай, тут я же из 2021 года. Мне кажется, что мы одинаково. Только у тебя футбол-то. Но так бы я уже из второго сезона, я уже улучшенный. А, ну да. Кстати, а ты знаешь Олю? Ну да, я же тебе говорил. Я из 2021 года, я с ней только сейчас первое видео снимаю. Хорошо. А Пашу знаешь? Пашу нет. Кто это? А, ясно. Это мой друг, а ты с ним скоро тоже будешь сниматься. А, понятно. Но все-таки, что ты тут забыл? Я не понимаю. Что ты тут забыл? Чувак, я тебе сейчас все объясню. Но для начала, ты знаешь Вадима или Едора там вот этот? А, ну, конечно, знаю. Правда, они, конечно, не играют в Майнкрафт со мной. Ну и ладно. Короче, а ты Таню знаешь? О, Таню, конечно. Но я пока с ней ничего не делал. А вот я делал, я с ней видео делал. А, ну понятно. Ну слушай, если ты из 2022 года, то я должен тебе кое-что сделать. Это подарок подарить. Пойдем со мной. Хорошо. Ну окей, пошли. Чувак, послушай, я, конечно, из 2022 года, но я не виноват то, что ты здесь живешь. Я просто так это здесь с тобой. Я понимаю, но пойдем. Нам нужно все-таки это тебе показать, куда мы идем. Окей, пошли, хорошо. Да ты там меня дворишь, ходишь. Да это секрет такой. Окей, хорошо. Ребята, это Вова из 2020 первого года. Офигеть, я встретил себя из прошлого. Эй, ты, Вова из 2020 второго. Я слышу, так ты с ребятами разговариваешь. О, стоп, что? А, ты слышишь? Да, я слышу. А, ты, получается, тоже снимаешь. Ну, окей, хорошо. Но если мы уж с тобой тут уже снимаем 15 минут, то... да то 15 минут! Все, давай, выключай видео, мне нельзя больше 15 минут снимать. Чего? Так бы мне можно. Ты что, сумасшедший? Он так бы только 15 минут, и все. Да все. Да успокойся! Все, чего ты сделаешь? Первого хода. Я уже это. Мне я это дал регистрацию в YouTube, то, что типа мне можно снимать уже час или и больше. Короче, мне можно снимать в любое время и значки. А, ну тебе повезло. Ну а мне только 15 минут. Блин. Ну жалко. Ах, окей, хорошо. О, смотри, там ведьма. Где?
можем. О, видимо. Реально. И трипер. Хорошо. Что мы будем делать? Не знаю. Возможно, это. Что-то будем делать. Давай поразговариваем что-нибудь. Ну, знаешь, я тогда не хочу разговаривать. Может, давай пойдем куда-нибудь. Ну да, давай пойдем. В принципе, давай по воде пойдем. А ты уверен, что это хорошее? Конечно. Окей. Погнали. А! О, блин. Где? Что где тогда? В смысле? О, блин, ребят, это было больно. Стоп. Меня ведьма убила. А что там делает повод, бетюнился первым? Блин, его ведьма убила. А что сделать, что сделать? Не знаю, ладно. Нужно разобраться как-нибудь. Только не с ведьмой, а с другим монстром. А, блин, нет! О, что сейчас было? Да, господи, а меня тут все пауки были. Я слышу голос 2022, я тебя спасу. Ай! О, Вова 2021, привет. А меня тут паук уничтожает, блин. Ай. Что, где? Паук? Блин, тебя опять убили. Ой, нифига себе ты телепортнулся. Ну да, мы быстро телепортнулись. Окей. Ну что, мне кажется, давай на этом закончим, Вова. Кстати, с тобой надо познакомиться еще и с Пашей. Там уже. А, ну да, как-нибудь познакомимся. Но я уверен, что это будет не скоро. Ну так бы да. Ладно. Давай станем сейчас вместе и закончим это видео. Сейчас я сделаю только вот так. Хорошо. Так, вот. Так, ты это, так мыться поближе. Да ща я тут настройки лазил. Так, ребят, мы тут все выживали с Олмироном. Я из прошлого, прикиньте. Я встретил себя из прошлого. Это же офигенно. Это круто. Это было очень круто. Да, согласен. Это ты ровно выпрямись. Да ся я выпрямусь. Так. Всё. Ой, блин. Так. Ну, вот, ребята, вот такая была с нами. Это крутой видос. Если понравилось, ставьте лайки, подпишитесь на канал. А с вами был Вова Миронов, блин, господи. Ты так не... А, блин, не это... Не... С тобой ничего не случилось? Да нет, со мной все в порядке. Со мной тоже. Вот это был крутой, а не стрипер взорвался. А, еще один! Что-то много триперов то. Вова, давай заканчивай, меня сейчас уничтожат. Ладно, ребят, на это все. Спасибо, всем удачи, всем пока!